Еще одну городскую улицу в этом году приведут в надлежащий вид. Работы по благоустройству первой Сосневской уже в самом разгаре. Выполнено фрезерование изношенных слоев старого асфальтового покрытия. Уложен выравнивающий слой нового. Как только будет уложен верхний слой асфальта, рабочие займутся обустройством съездов и остановочного кармана, а также укладкой бортового камня. В общей сложности ремонтные работы на этом участке улично-дорожной сети будут стоить бюджету 8 миллионов рублей. Но их проведение необходимо. Эта улица тоже как улица дублер, она позволит разгрузить движение транспорта по 10-му проезду, ну и, собственно говоря, облегчит автомобилистам движение в направлении как раз Кинешма-Ярников. Ее несколько десятков лет уже не ремонтировали, поэтому она требует серьезного ремонтных работ. Вы знаете о том, что здесь проводится капитальный ремонт этой улицы с гарантийным сроком эксплуатации 5 лет. И, соответственно, вы видите, что здесь даже выравнивающий слой уложен с толщиной более 5 сантиметров.